Не знаю, зачем я делаю, по большому счету в этом вообще никакой логики. Еще не помню, здесь есть секрет или нет. Видимо, нет, просто недостроен. Я, честно, уже подзабыл немножко игру. Обидно, но есть такое дело. Так. 7000. 2500. Угу, понятно. Так, а здесь у нас... А, и фоторежим, все. Мне просто надо было вспомнить, чё где. Еще даже, к тому же. Сейчас. Ну вот, Аид уже более похожий на себя, хотя тоже, конечно, отличающийся от того, каким мы его увидим в битве. Здесь еще нельзя читать. Чувствуются легкие вот эти мелодичные отзвуки музыки из God of War 2, Храма Судьбы, и прям вау. А вот и Персефона, которую мы помним по Chains of Olympus. Опасная дамочка. Нет, третья часть реально воплощала многие части как бы игры. Ну, то есть я имею в виду, что она пыталась реально и сделала очень и очень классное окончание. На пьедестале начертаны строки. Здесь лежит Персефона, царица подземного мира и супруга Аида. Ну, как бы даже кто не играл, наверное, догадался, что это значит то, что скорее всего Кратс сделал что-то нехорошее с Персефоной, из-за чего Аид так негодует. Он бы не негодовал, если бы все было нормально с ней. Да уж, некоторые сосуды упорно сопротивлялись. Да, чуть не забыл я этот сундук. Зато самое время прокачать магию, на самом деле. Отлично. Ну вот другое дело, на самом деле, ну прям вообще отлично. Так. Угу, здесь еще вот есть. И, видимо, на этой стороне лестница. Потому что на той она появится, когда мы, что ли, одну из рук Аида зафиксируем в вот эти оковы. А, нет. Для этого, видимо, надо... Подождите, а не сейчас нам нужно попытаться? А, все, кажется, я вспомнил. Вот сейчас, наверное, от удара появится лестница. Да. Все, окей. И теперь мы должны зафиксировать каждую из рук в оковах в этих, в типа наручниках. И, конечно... Как можно вообще дать нам спокойно это сделать? Давай тебя разрубим, и тебя тоже польем, накраться немножко кровью. Ни единого разрыва. Так. Ну вот отсюда нам нужно привести. Сейчас откроются ворота, мы откроем. Наверное, даже справа легче, чем здесь. Ну, в общем, да, вот камера прям... Камера настолько легко нам помогает понять все, что, ну, опять же, какие могут быть сомнения в некоторых наших дальнейших действиях? Их не должно быть, потому что камера все отлично показывает. Даже здесь, смотрите, она акцентирует внимание. По большому счету. Да-да-да, сейчас закроется, но нам-то уже не важно это. Мы уже прошли этот путь. Ну... Но...
Ну все, гапи, гапи, гапи. Хватит. Блин, ну вот таких задеть еще надо. Вернее, еще не всех заденешь. Ну иди сюда. С такими вообще. Которые вот так нападают сверху высоко. И потом вниз. Шмяк. Хотя. Таких не люблю, гапи. Так, ну вот уже и, собственно, привезли. Занести остается только так. Немножко не так. Вот так. Вот. Сейчас, чтобы быстрее вот так завезем. А, точно. Главное, это не сделали. Да, спасибо. Я... Это не то чтобы сложно, скорее просто процедурность некая есть необходимость, то есть некое некие упорядоченные действия необходимы в данном случае. Собственно, мы их и делаем. Я не уверен, что обе руки можно зафиксировать за как бы один вот этот цикл, но одну точно можно зафиксировать легко, причем вот прям. Вот прямо сейчас. И вот так мы, подперев, не даем ей уйти. Отлично. Теперь вторая. Вау, как он съехал. Молодец. Редкая игра работает настолько идеально. Так, а ты что здесь делаешь? Ну нет, 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 иди, иди отсюда. Вот, вот, правильно. Правильно, зачем время наше тратить на глупость свои. Так, ну здесь должно быть попроще. А, ну здесь не надо фиксировать, просто потому что это, мы... зафиксировали тот, а сейчас нам просто нужно рубильник сначала. Точно. То есть этот рукоять. Вот. Всего на все. И руку зафиксировать. Левую. Руку гада Саида. Сейчас это сделаем. Все. Все, все решено. Ага, Аид. Скован цепями просто вообще. Да, две руки как бы держат, одна держится, другая тоже. Все, теперь можно пробивать его оборону. Очень классно, опять же, что мы пробиваем Персефоны сердце Аида и попадаем в его обитель. Это очень... На самом деле, я ценю такое. Может быть, я в прохождении God of War 3 говорил, но реально... Чисто символически игра наполнена классными такими элементами. Хотя есть что-то, на что я, конечно, пожаловался. Здесь, если использовать голову Аида... Ой, пфу, голову... Гелиоса, то можно увидеть внешне вот эти все... А, ну вот можно и так. Страшный уровень.